У нас работает по механизированной уборке подъездов к детским садам и школам, поступают там небольшие разовые заявки, да зачищаем. Идем по межквартальным проездам, в том числе на Пионерном и Солнечном. Расчистку из вывоза снега на пешеходных переходах осуществляем и по тротуарам, соответственно, точечная дозачистка с вывозом. Подсыпку осуществляли там, где производим уже расширение на тротуарах, производим дополнительную подсыпку. В мэрии Магадана на оперативном совещании обсудили снегоуборку. Сотрудники комбината зеленого хозяйства убирают межквартальные проезды, лестницы и тротуары. Также чистят пешеходные переходы. Там, где тротуары расширены, посыпают песко-соляной смесью. Мэр Магадана Юрий Гришан поручил предстоящие праздники усилить работу по вызову мусора с контейнерных площадок.